Компания Infinix объявила о старте продаж в России смартфона Note 11. Отличительной особенностью этой версии смартфона является AMOLED-дисплей и NFC-модуль. Infinix Note 11 оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 на 1080 точек, максимальной яркостью 750 нит и частотой дискретизации сенсорного слоя 180 Гц. В качестве процессора в нем используется 8-ядерный MediaTek Helio G88. Для российского рынка доступна версия с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Графический процессор Mali G52. За съемку фото и видео в Infinix Note 11 отвечает основная 50-мегапиксельная камера с двумя вспомогательными модулями для размытия фона и определения сцен с помощью искусственного интеллекта. Для селфи предусмотрена камера на 16 мегапикселей с функцией бьютификации и возможностью создания программного эффекта боке. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. За безопасность отвечает сканер отпечатков пальцев, интегрированный в клавишу питания. Работает под управлением операционной системы Android 11, оболочка XIS 8. Вес смартфона 184 грамма. Цена Infinix Note 11 – 17 990 рублей.